Всем привет, мои дорогие! Сегодня у нас мотивация на уборку. После праздников приходится хорошенечко убираться. Кстати, пишите в комментариях, как вы провели 23 февраля. У меня этот день, как вы уже смогли увидеть по моим влогам, прошел с семьей. Я вам скажу, это очень здорово, когда можно побыть просто всем вместе. Когда мы смотрели телевизор в гостиной, то диван пришлось разложить, чтобы поместиться всем вместе. Поэтому сейчас я буду еще и собирать диван, но заодно решила пропылесосить его в труднодоступных местах. Все-таки у меня теперь есть щелевая насадка, она очень удобная. Кстати, ребята, сегодня такой солнечный денечек выдался, что даже уборку было осуществлять очень приятно. Если честно, я уже прямо ощущаю приближение весны. А как у вас погода? Пишите в комментариях. У нас сейчас хотя и морозно, но солнышко пробивается. Уже очень хочется лета, очень хочется тепла. Чувствуем, да, все, что немного осталось, но все-таки нужно еще подождать. Кстати, друзья, 23-е прошло, но впереди 8 марта. Так что я предлагаю вам свое праздничное меню. У меня уже на одном кулинарном канале «Готовим дома» вышло меню на 8 марта. Поэтому, если кто еще не видел, посмотрите. Очень интересные и вкусные рецепты. Также я готовлю для вас еще одно меню. Скорее всего, оно скоро уже выйдет. Это меню уже будет на канале «Мастер своего дела». Bye.
Думаю, что все уже поняли, что мне очень комфортно убираться с новым пылесосом. Кстати, я вам так и не показывала в мотивации свой новый утюг. Думаю, что нужно будет это исправить, но это уже не сегодня, потому что сегодня я гладить ничего не планирую. То есть уборка и так предстоит, в принципе, нормальная такая, всю квартиру убрать. Глажку не планировала. Но ничего, мы это все наверстаем в следующих мотивирующих видео. Кстати, видите, да, какой солнечный свет из окошка пробивается. Спальня у нас находится как раз-таки на солнечной стороне, и если солнце светит ярко, то здесь всегда очень светло и как бы солнечно, да. В отличие от гостиной, где как бы, ну, темная комната у нас гостиная. Кстати, с уборкой на этот раз мне решила помочь Диана. Ей тоже очень нравится пылесосить, в том числе даже мыть пол, так как пылесос моющий. Поэтому она с большим удовольствием занимается теперь уборкой, чему, конечно, я очень рада. Ну, а я решила побыть немного оператором. Обычно я снимаю на штативе, то есть просто ставлю камеру, да, и убираю. Вот, а сегодня Диана говорит, можешь меня поснимать. Ну, правда, мы с ней болтали в этот момент. Вот, поэтому как-то так получилось. Пока у нас здесь проходит уборка, хотела сказать вам несколько слов о своих прямых эфирах. Честно говоря, даже не ожидала, что вы их ждете, что многим они очень нравятся. То есть я сейчас получаю очень интересные, такие хорошие комментарии, положительные, что вы ждете прямые эфиры. Да, последнее время как-то не получалось у меня, просто не хватало мне опять-таки времени, ребята, потому что я здесь как бы и столы праздничные снимала, и дела были. Но я думаю, что мы это наверстаем, исправим, да, и будут у нас прямые эфиры. После того, как влажную уборку мы сделали в гостиной, Диана пошла пылесосить к себе, ну а я решила вытереть пыль, протереть пыль, вымыть стекла. Потом у нас неожиданно сел аккумулятор. Мы решили зарядить наш пылесос, так как он аккумуляторный, и потом уже продолжили уборку дальше. Кстати, у меня там спрашивали в комментариях, что я дарила мужу на 23 февраля, да, с такими перебоями я перехожу от одной темы к другой. Просто пока вспомнила, хочу вам ответить. Я на этот раз мужу подарила деньги. Я не буду озвучивать сумму, да, это как бы ни к чему. Просто я решила, пусть он выберет себе сам какой-нибудь хороший подарок. Ну, потому что не хочу банально дарить как бы то, что ему не пригодится, либо же куплю, а ему не понравится. Знаете, есть одна такая хорошая фраза, она мне очень нравится. Как встретишь 23 февраля, так и проведешь 8 марта. Слышали, да? Вот я как бы стараюсь жить по этому принципу, чтобы 8 марта прошло хорошо. Поняли, да? С хорошими подарками. Соответственно, и 23 февраля должно пройти хорошо, с хорошими подарками. Ну, пусть это будет даже денежный подарок, но опять-таки он должен быть хорошим. Ну, я говорю о подарке мужу, да? Я больше ни о каких других подарках кому-то там не говорю. Просто у нас так как бы заведено в семье с мужем, опять-таки, что мы друг другу дарим хорошие подарки. То есть это не может быть там банальные, не знаю, носки, что там еще, духи. Нет, такого у нас как бы нет. Все-таки праздник, он как бы, ну, должен быть праздником. Были, конечно, безусловно, в нашей жизни такие времена, когда было очень сложно подарить хороший подарок. То есть были большие проблемы с финансами. Но знаете, в таком случае мы просто договаривались, что не будем дарить друг другу ничего. То есть как бы заранее была договоренность, что не будет никакого подарка, лучше не надо, где-то лучше сэкономить. И уже обязательно настанет то время, когда мы сможем подарить друг другу хорошие, нормальные подарки. Здесь уже, как вы смогли заметить, уборка у меня на финишной прямой, то есть все подходит к логическому завершению. Но это совсем не значит, что мне больше нечего делать. На самом деле дел очень много и ждут меня большие дела, работа, которую в течение дня я стараюсь совмещать вместе со всеми делами. И когда я слышу фразы, даже не только здесь в комментариях, а фразы здесь, вот в реальной жизни, от реальных людей, с которыми общаюсь, что ну как бы ты сидишь дома, в принципе, да, тебе можно поддерживать чистоту, уют, делать-то тебе нечего.
Ребята, я на эти фразы уже не отвечаю, я просто улыбаюсь и как бы с этими людьми уже не о чем разговаривать. А смысл мне что-то кому-то доказывать, да? Для меня главное результат, главная работа, мое движение к поставленным целям, а все остальное это уже совсем не важно. Что-то обо мне кто подумает, что обо мне кто там говорит, мне как бы уже вообще все равно. Я уже несколько лет занимаюсь своим любимым делом, и я очень этому рада. Ну а, ребятки, моя уборка, мотивация на уборку подходит к концу. В принципе, мы с Дианой вместе уже завершили ее. Сейчас она домывает пол. И все, наша уборочка окончена. Спасибо, что вы смотрели, спасибо, что вы были со мной. Мы с вами уже скоро увидимся. Всем пока-пока, мои дорогие. Если впервые зашли, не забудьте подписаться. Я буду вам очень рада. Все, пока.